мой выбор. Любимый Иисуса преклонись, да дороги нету, преклонись. Все вместе. Да, да, и нет другого имени под небом, которым нам не жало бы спастись. И где бы ты сегодня, Бог мой, не был, пред именем Иисуса преклонись. Да, да, и нет другого имени под небом, которым нам не жало бы спастись. И где бы ты сегодня, друг мой, не был, пред именем Иисуса преклонись. А сейчас сестра Сильвия тоже хочет поучаствовать в служении. Она хочет рассказать стих и спеть песню. Сестра Сильвия, мама твоя, да. Дорогие друзья, минуточку внимания. Мама хочет вот сказать, она может громко не говорить, так что возьмите минуточку внимания, послушайте. Моя мама стихотворец, она такие бывают стихи, что может полчаса говорить. Она, представляете, Бог дал в конце ее, когда она постарше стала, она даже цитирует, представляете, от Матфея до конца может наизусть цитировать Евангелие. Слава Богу! Чиста мила душа, в этом мире греха. Чиста мила душа, без любви, без чиста. Пропустите меня, пропустите скорее, я увидеть хочу Иисуса Христа. Пропустите меня, пропустите скорее, я увидеть хочу Иисуса Христа. Я устал от греха, меня мучить не дум. Нету сил, нету сна, и где истинный путь? Пропустите меня, пропустите скорее, я увидеть хочу Иисуса Христа. Пропустите меня, пропустите скорее, я увидеть хочу Иисуса Христа. Искупитель можа, я хочу лица мою. А помоги мне, Господь, и грехами распять. Пропустите меня, пропустите скорей, я увидеть хочу Иисуса Христа. Пропустите меня, пропустите скорей, я увидеть хочу
Иисуса Христа. Буду славить Тебя, что сокрытие любви, что омыл Ты меня драгоценной крови. Распусти Ты меня, распусти Христа я. Иисуса Христа, пропустите меня, пропустите скорее, я увидеть хочу Иисуса Христа. Есть крылья у птицы, у лещи разливы, есть запах чудесный у роз, есть самое богатое, есть самое счастливое, есть самый богатый, есть самый счастливый. Живет в моем сердце Христос. Аллилуйя. 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 Слава Господу. Благодарим сердечно. I want to see Jesus. And let me see Jesus. And let me go first. Сейчас мы пропоем песню «Запрещают люди строго возвещать нам крест скорбей». Нежели людей,
первосвященники арестовали Петра и других учеников, и первосвященники сказали: «А не вам ли мы наказали крепко-накрепко не говорить о сём имени?» О каком имени они не сказали. Но все знают, что это имя Иисуса Христа. Слава и благодарение Ему. Это. Да, сейчас я шашлычки посмотрю. О, шашлыки. О, это много. Вы уже партию какую-то нажарили, или это первая? Первая. А, нормально, много шашлыков. Мясо красивое. Это с какого, со свинины или с курицы? Свинина. А, свинина, ну. Порк, шашлычки. А это тоже со свинины шашлыки будут? Да. Это все, да. Ага, сегодня таких, как бы, с курицей нет, свинина все в основном. Ну, самое вкусное, да, получается, шашлык. Сегодня собирали волонтеров. О, это уже плов готовый, да? Уже такой плов готовый. И я говорю, давайте быстро вот это все перенесем. Это уже плов готовый. Конкретный плов. О, камеры, три камеры. Плов готовый. Да. Там плов хороший, там шашлыки. А все, все, все для. Все, да. Невозможно похудеть даже. Да. Good. Very, very good. Okay. Good stuff. А good stuff. Да, я тебя обниму. Да, но не видел вас. Где вы пропали? Сакраменто всегда, да? Салаты. Руслана мешала этот салат. Помидор. Главное, что есть любовь. Перед испытанием Бог благословит тебя. И через слезу заложит себя. Все, что встретится в пути. Будь Богом в мире этом и не бойся ничего. И ничего на свете не оставит своего. Пусть жизнь твоя не светит, воспевает в темноте. Кто того хотел, Отец? Если в сердце мира не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами. И что бы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Если в сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами. И что бы в этой жизни вы не повстречали, главное, что есть любовь. Храни его заветы, не сворачивай с пути, и сердце обертуно имя Господа святи, и все твои желания Он исполнит и мечты, в этом будь уверен ты. Если сердце вера не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Если в сердце вера не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Главное, что Божья есть любовь.
же после этого я хотел экскурсию показать, где вот у нас, кто не видел церковь, ну, я называю дом молитвы. Церковь — это мы, люди. Это здание, дом молитвы, где мы собираемся. У каждого у нас есть дом, а есть вот дом Отца, где мы можем прийти, все дети Божии, собраться на служение, служить друг другу, прославлять Господа. И также у нас через дорогу туда миссия. Я могу показать, где мы, где наша миссия. А потом у нас, я хочу вам показать наш, я обещал всем, кто не был у нас, где озера, парк, где наш парк есть. 30 акров, озера свои, ну, мы купили еще в 17 году. Господь это благословил, и то, что мне Господь давал в сновидении, когда я был молодой, мне Господь дал сновидение об этом месте, и то, что я видел, то, что, вот как я в 16 году увидел, и то, что я видел, это сновидение, все полностью мне Господь что показал, это место Бог дал. Я когда-то в детстве, знаете, мы с парнями, мне было где-то, наверное, 10 лет, может, меньше, и мы, представляете, пошли, обиделись на родителей, на всех, что такой мир злой, и мы пошли обетованную землю искать, были мы пацанами. Нагрузили свои эти бэкпеки, знаете, которые для школы, чтобы там были, знаете, книжки, все книжки выкинули, еды поставили, все, и говорили, мы идем и будем искать обетованную землю. И вот мы бы, наверное, пошли бы далеко, у нас остановили, я помню, до сих пор эти было... Мне кажется, два ангела. Петр, ну, как, подожди, да. Ты говоришь, раз ты сказал пожертвование, вот Павел инициировал, дал свой шаг. А, окей. Знаешь? Да, да, да. Вот ты пока говоришь, давай я пройду. Хорошо. Да, да. И вот и мы ушли где-то, наверное, на километров 40. И Бог нам посылает двух человек. И они нам по подзатыльнику дали, там что-то, что-то разобрали, типа бэкпаки, все. И мы так домой пошли обратно, знаешь. Ну, еще не было времени, знаете, наверное, для того, чтобы, знаете, Господь вложит что-то нам в сердце, что какое-то что-то видение, сновидение, дает сновидение о чем-то. Брат Василий, ты... А, да, вот, вот сестра говорила, если у вас делают пожертвование, еще раз говорю, если хотите, давайте все вместе, кто захочет что-то, ну, пожертвовать, сейте с радостью, да? Хорошее пожелание. Да. Да. Давайте у кого-то что хочет, штучку принесу. Господь послал, чтобы он осветил, и чтоб нам остаться благодарными с вами. Пусть этот день останется памятной. Помолимся. Господи Боже наш, во имя Иисуса Христа, мы просим Тебя, что Ты, Господь, благословил нас на этом месте. Прими хвалу, благодарность еще раз, Господь, от нас. Благослови нас быть особенно ревностными к добрым делам и ко всему тому, что прославит Тебя. Просим Тебя, освети эту пищу во всем, да будет имя Твое прославлено, и мы благодарны Тебе за все, великому Богу, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, подходите, берите тарелочки, берите вот эти закуски, а потом уже горячее, уже оно уже переносит сюда, уже ближе и ближе к столам. Давайте подходите. Молитва совершена, не стесняйтесь. И как говорят, по-английски говорят «enjoy». Поэтому испанский «Бон аппетит», по-русски «Приятного аппетита», по-украински, на украинской мове «Смачного вам», «Всем смачного», и по-еврейски, на еврейском говорит «Шоллехан». Шоллехан, как на, тоже ничего, на здоровье. «Приятного аппетита». О, пловчик. Непоганий плов, так? Да? Ну, розсипається. Давай, дорогой, йдемо. Ну. Yeah.
Потихоньку всем хватит всего, всего много. Сразу и стыдно идти за шашлыком. Как хочу. Возьмет, возьмет. А где шашлык? Ну возьмите, шашлык надо вот там, да. Куда я? Сюда, сюда, Юрий, сюда. Спасибо, тут на футер драйв. Как, вот это такие, вот это. Так, девушки, держите. А, да, понял. Обычно вот это вот. Все, снимайте, снимайте. Да. Ну и куда? Это на Ютубе все, да? Да, да. Да, да, да. Салатом перепустим плов. Да. Да ничего, ничего. Я вот вас жду здесь, а где ваша машина? Наша машина Я вот на выходе буду сейчас вас ждать вот здесь.
Привет. Вот вы выйдете, а я вас буду ждать. Ну вот на главной дороге, возле церкви буду ждать. Смотрите, я. Нет. Так, а на телефоне сто раз никак красиво здесь. Давайте, я же природу едем смотреть. Да, я все видел в природе. Ой, как красиво. Я красные деревья, я еще видел. Молодец, да. Это на редкость красные деревья. А еще я тут смотрела муравейник гигантский. Поздравляю. Ты, брат Володя, их там снимаешь, да, целую? Да. Кстати, я буду снимать. Открыл окно, Володя. Понятно. Так. Володя, открывайте окно и снимайте. Да? А что вы там снимаете, стекло? Я тоже буду снимать. А, через стекло тоже, да, нормально так. Вот так лучше будет, да. Так будет лучше, да. Сейчас нам будет брат Петр рассказывать экскурсию. Да. Привет, привет, друзья. Вот тут едут сзади. Левопролетом были. Смотрите. Сама пошла кофе делать. Для друга.